Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы снова будем играть в FNAF VR. Вот. Как бы вы сейчас, наверное, кто смотрел прошлый видео, спросите, а как же у тебя запустилось? Ты же удалила больше. Короче, у многих такая же фигня была. Они переустановили, и экран не запускалось. Поэтому пришло новое письмо, в котором уже можно было уже как-то. Ну, короче, получить уже можно. Вот. По-моему, его уже получили все. Не знаю. Но я и мой друг уже получили. Вот. Сейчас это отправили, потому что, ну, у некоторых не получилось. Вот. Во время игры всегда обращайте внимание на свое окружение. Патрули. Итак, сегодня мы играем снова. Итак, к нам решил кое-кто подойти. Давайте посмотрим, кто это. Иди, зайди, ну давай. Я ж тебя вижу. Держись крепче, скоро будет главный аттракцион. Это случайно спрингтрэп? Так. Почему? Где? Да. Я даже его не заметил нигде. Вот в этом и заключается трудность игры. Да. Ё-моё. Приходится постоянно ходить по всей квартире. Да. Что ж, поищем остаток, чтобы побольше можно было поиграть. Остаток я не вижу. Кто там? Привет. Я же его попал. Я же тебя попал. Нет? Играется. Ну, разбрасывает. Разбрасывал тут. Ну, там это уронил. Сок свой или что это у него тут? Угу. Так, остатка ноль. Для чего вообще нужен остаток? Так. Там ко мне двое лезут. Не лезь. О, слушай, не надо. Давай не будем ссориться. Для чего нужен остаток? Не-не-не, мне не надо ускорить. Короче, еще раз попробуем. У меня есть только эндоскелет, который нужно отправить в утиль. Кто-то на это обиделся. Это Чика. Тихо. Ну вот, блин. Это очень трудно. Серьезно.
Это очень трудно. Что вообще делает неостаток? Чего он дает? Ё-моё! Вы что хотите сказать? Меня сейчас двое будут? А то... Там еще и третий на подходе. Тихо! Где? Может, не знаю, что там не поиграть. Почему? Это трудно. Да. Но иногда, кстати, даже страшно. Ну, сейчас я уже понял, когда появляется. Но вообще это да, это страшно довольно. Фу. Не, это трудно. Сколько уже записи? 6 минут. Не лезь. Я если кого-нибудь поймаю, то все, это будет последнее видео. Ой, точнее, конец видео будет, потому что все. Ну попробуем. Опять Чика. Либо Спрингтрап. Блин, смысл в том, что нужно ударять, когда они прям близко. А это трудно. Вы что гоните? Двое сразу? Я понял, для чего этот остаток. Не лезть. Использование плюшевых костюмов. Это интересно. А, занят. I hope you enjoyed my visit. I've got a special delivery just for you. Ты специально пришел для меня. Это Фредди. Я не знаю какой. Ё-моё. Как в это играть? Трудность в том, что ты должен быстро его оттаскать и быстро ударить его током, если он рядом. Надо попробовать с наушниками. Да. Ну, это была вторая часть прохождения, в которой я никого не поймал. Теперь вы знаете, что остаток лучше оставлять. Извините, я забыл. Так. Здесь где-то было? Вот. Использование... Ну я за, нет. Ну давайте еще раз попробуем.
Фредди, зачем ты тут пришел? Ну вот, блин. Стоп. Now would be a good time to hold your breath. Я найду. Так. Опа! Есть! Получи, гад! Есть! Мы поймали Фреддика. И получили детали. Уху! Вау! Это круто. Ладно. Теперь я хочу почитать. Итак. Использование вот этот. Приветствует вас. Хотели бы вы полностью изменить внешний вид своего аниматроника? Только что найденный вами плюшевый костюм для этого и нужен. Ваши друзья точно сойдут с ума, когда увидят вашего нового аниматроника. Отправляйтесь в мастерскую и при... Так. И как? Я так понимаю. Мне нужно накопить вот эту вот фигню. Так. Поздравляем с затяжением нового этапа остатка. Понятно. И профиль есть. Все. Давайте поставим здесь. Все дела, да? Телефоном родной. Так, ну поехал. Вот так вот. Так. Ну будешь с ним, я поеду. И фига, что тут у некоторых. Давай, бабушка. Я, наверное, на последнем месте. Бабушки на дежурство закончили. А, я даже меньше, чем в последнем месте. А тут очень много всего. Да? Вот. По устранению неисправности. Использование остатка. Вот. Остатка, сбор остатка так весело. Так теперь, когда у вас достаточно остатков, почему бы вам не наполнить им своих аниматроников? Они станут работать лучше, чем вы можете себе представить. Отправьтесь в мастерскую на пол. Вот для чего нужен остаток. Понятно. Какие тут вообще? Я не надеюсь, тут много. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а с вами был я, Просмак. Всем удачи и пока.